Друзья, всех приветствую. В прошлом видео мы производили монтаж оконного проема и установку каркаса под столешницу для раковины. В этом же видео мы произведем монтаж столешницы из керамогранита. А что у нас из этого получится, мы сейчас увидим. Поехали! Сначала нарежем заготовки под столешницу. Сделаем заусовку. Вы сейчас спросите, почему я не делаю заусовку слайдером DLT Max Slim. Дело в том, что я его настроил под прямой рез, а заусовщик под рез 45 градусов. И мне так удобнее и быстрее работать. Да и настраивать каждый раз не надо, что ускоряет работу. Далее подкорректируем черепашкой. И обработаем алмазным притиром. Вот под такую раковину мы будем делать столешницу. Наглядно прикинули отметку под отверстие. Сняли размер и перенесли его на плитку. Отверстие произведем алмазной коронкой на 80 мм. Вначале мы применим пыльник. Так, вроде попали четко. Ну а далее произведем работу с водичкой. В последующем мы дублируем точно такую же заготовку для нижней части столешницы. Для укладки я применяю гребенку 4 мм и 8 мм. После нанесения клея производим монтаж плиты. Соответственно, выставляем все по лазерному нивелиру. Далее клеим переднюю часть. И фиксируем уголками. Да, кстати, у меня кто-то спрашивал, где я их приобретал. А приобретал я их на сайте DLT. И на всякий случай я оставлю ссылку в описании видео. А также оставлю ссылку на первую, вторую и третью часть. После того, как все высохнет, в местах затирки я клею скотч, после чего наношу эпоксидную затирку. Формируем наружные, а также внутренние углы. После чего удаляем скотч.
Ну и через минут 40-50 начнем формировать швы. Вот такая вот у нас получилась работа. И кому информация была полезна, ставим пальцы вверх. Кому нет, тоже. А у меня на сегодня все. Всем пока. Спасибо за внимание.